Добрый день, дорогие зрители, любители мифических пазлов и китайского рандома. С вами Саурон и Альянс Shadow Empire. Друзья, давненько я не выкладывал видео с призывами, и признаюсь, у меня их собралось немало за последние там 5 или 6 дней. В общем, предлагаю вашему вниманию взглянуть, сделать выводы и понять для себя, насколько вы являетесь везунчиком по сравнению с автором, являются ли ваши попытки поймать имбишку более или менее успешными. Ну что ж, погнали! Вот, а мы переходим в раздел с призывами «Возвращение легенд» и смотрим, что нам удастся поймать. Русалочка. Искатель душ Джек. Красивый герой, симпатично нарисованный. Но троечка. Накула. В общем, призыв за монетки. Преобладает количество героев с Лемурии. Опа-на, пятерка Михаил. Старая-старая пятерка. Не знаю, кто это играет еще сейчас или нет. Но скорее... О, Рудольф. Рудольф четверка классная. Его можно проэволюционировать и на событиях то, что нужно. И даже на турнирах. Кама и Тати. Аксумаре. Я так его и не вкачал для турнира троек. Очередной Накула. Полудница. Итак, продолжаем. Призывы за монетки. Рататоск. Этот герой уже Вальгалы. Яновасабха. Четверка стихийный бронерез. Герой Лемурия. Неплохая четверка, если нету стихийника пятерки. Ламашту, тоже Лемурия. Перри. Я до сих пор этой Перри хожу на титанов 13 звездочных, потому что нету нормального стихийника синего. Стыд и позор. Кама и Тати. Очередной Аксумаре. Змея-человек. Лечила змей. Барон Томас. Неплохая троечка. Массовик. Кевин. Кролик с рождественского призыва. Арамис. Хорошая четверка против миньонщиков. Цян Лян. Купидон. Четверка с высоким уроном, но слабенькой жизнью. Хорош в атаку. Сибек. Крокодил. Что он делает, я так и не знаю. Всегда скармливаю, в атаке встречаю очень редко. Очередная Перри. Да, если бы можно было эволюционировать тройки, то они были бы точно все на эволюции. Очередной Аксумаре. Рататоск. Баффер. Так, а мы переходим в сезонный призыв. Переключаемся на другое событие. Может быть, тут что-то нам упадет. Фула это не то, что нам нужно. Танатос. Эмблемы чародея.
Очень не хватает их сейчас. Эпей. Бесполезная троечка. Ливия. Бальдер. Стартовая троечка на самом начале игры. И долгое время играбельная. Аякс. Тоже прикольная фиолетовая троечка. Тоже для начала игры то, что надо. Аналейза. Ну что ж, поздравляю. Если этот герой нужен был, он выпал. Сет. Итак, у нас уже две пятерочки. Ну, неплохо. И еще одна пятерочка. Ну, крутяк вообще. Вот только Елена, герой очень специфический. Максимум, куда его можно использовать, это на Титана. Так, ну что, неплохо. Переключаемся обратно. Возвращение легенд. И вот он, первый легендарный Филипп. Встречайте. Монеток там до утра, поэтому... Питер, снеговичок из зимнего события. Ламашту, или Ламашту. Троечка с Лемурия. Накула. Не знаю, насколько, короче, должно радовать то, что выпадает... Троечка не событийная. О, а вот это классно. Камень души, это пригодится. Раньше с призывов их часто давали, эти четырехзвездочные предметы, а сейчас редкость. Но бывает такое, что дают монетки довольно-таки часто. Фрейер. Наконец-то я своего тоже начал качать и поднял его на четвертую эволюцию. Это мой первый, короче, желтый бронерез. Мама Сара. Мама Сара, и должен быть кто-то еще. Папа Цян Лян. Хотя там непонятно, может быть еще мама Цян Лян. И снова тигрица. Со змеями. Филипп. Очередной змей. И снова искатель душ Джек. Чем больше у соперника мана, тем сильнее урон наносит. Полудница. Даже не знаю, что она делает. Всегда ее скармливал. Выпадает нам предмет щит. Мы уже от этого накулы, наверное, устали. Дайте нам что-то новенькое. Карл Великий. Крысёныш. Гун Лёд. Троечка, которая навешивает криты. Так. Ну что, пошли призывы за монетки. Ян. Димми. Ну, этот понятно. О, чародей. Гунлёд. Накула, куда ж без него? Геркулес. Ё-моё. Да. Такую пятерку и врагу не пожелаешь. Может быть, он, конечно, тоже его там проапгрейдит. Так-то герой бесполезный уже. Устарел 2 года назад.
Гюнтер. Мама Сара. Джек. О, кролик Сэм. Четверки. Мимир, отлично. Это все эмблемки. И возвращаемся снова к событийным. А тут нас ждет Николай. Тисей. Эмблемы. Сихмет. Да, что-то хоть новенькое выпало. Я имею в виду тройки новенькие. Понятно. У нас очередные X10. Фрейр. Неджа. О. Химинуэ Тепо. Очень классная четверка в атаку. Доктор Фрэнки. Ну, это эмблемы. Питер Корм. Еще раз Корм. Эдуард. Что-то мне кажется, что одни и те же герои падают. О, Абу, блокиратор. О, и герой месяца. Поздравляю. Если он нужен, то поздравляю. Если нет, то пускай будет в качестве донора или в качестве эмблем. От Гвиневра. Вот это, конечно, классный герой, у меня его нету, мне нужен стихийник желтый, хотя бы такого бы. Так, ну нормально, кстати, этот призыв уже поярче. Понятно, что событийная пятерка не упала, только герой месяца, но можно считать призыв удачным, потому что четверки неплохие. Искатель душ Джек. Чередуемся. Монеты, кристаллы, монеты. Что-то так долго там светилось, что аж показалось, что там что-то очень крутое упадет. А там всего лишь русалка, и за ней ее друг Аксумаре. Да, не густо пока что. В плане тех героев, которые очень нужны, которые реально имбовые, короче, ни одного героя не упало. Себек. Сам Себек режиссер. О, еще одна Гвиневра. Ну классно, чё? На турниры на четверках даже, ну, прокачать на четвертую эволюцию и желтыми ходить в атаку, это круто. Купидончик. Вот, кстати, туда же. В тот же самый тапок. Очень высокая атака у него. Жизни говно, а вот атака там сильная. Ну, куда ж без него? Это что-то типа местного Ивальди. Матмастер черепаха. Мне в свое время их насыпало, я их, короче, на четвертую эволюцию упустил, и теперь как бы иногда использую. Клотто. Что-то стандартненькое. На фоне всего этого кажется необычным даже. Пелей. То, что не попало в кадр. Еще одна Аналейза. Так, небольшая разгрузочка. Так, а это уже более свежая. Это уже получается с появлением пути чемпиона. Так, ну тут ничего не меняется. Здесь падает троечка. И еще одна троечка. И еще одна троечка.
Яна Васапха. Да, мне их в свое время нападало, что можно было поднять 3 штуки на 4-ю эволюцию. Я уже не знал, куда их девать. Так до сих пор и не прокачал. Лежит там штук 6-7, я не знаю сколько, то есть держу, чисто вот тоже может когда-нибудь пригодится на эволюцию, дойдут руки, чтобы поднять. Вот, а пока что просто лежит. Филипп. Филя. Тушенка небесная. Мама Сара. Просто Перри. Так, ну это уже понятно. Это уже входит в традицию. Герой Вальгаллы. Рототоск. Вак. Стандартная троечка шотер. Зелененького цвета Рототоск Баффер. Огун. Или Огун. Гюльвейк. Да, странно, что только одна упала за все это время. Фергус. Беспонтовый персонаж. Какие Карл Великий. Перри однозначно топчик. Гибил не знаю. Не качал, даже не смотрел параметры. Не, поначалу, когда он вышел, я посмотрел, понял, что ничего серьезного, даже не стал заморачиваться и брать в голову. Попадается, сразу скармливаю. Накула. Пристал он к нам. Так, ну что, у нас дальше пошло. Разгрузочка небольшая, призывы отрядов. Вот, и топаем. Топаем куда? Ну, кстати, тут нормально отрядов насыпало. Так, а вот и получается призывы. Призывы в чемпионе. 10 монет. 10 призывов, точнее. Новый тюр. Интересный герой получился. Вроде бы и ничего нового, да? Но в то же время там кое-что ему поменяли. У него теперь работает контратака по-другому. Вот. Но, если бы его сделали со средней скоростью маны, это был бы совсем другой персонаж. А так, несмотря на то, что он вроде как контратака теперь у него не пробивается, он все равно как бы не станет намного играбельным. Ну, разве что получается на быстрой мане. Вот на быстрой мане он будет интересней. И то, наверное, в атаку. Так, ну что, нам ничего не выпало, ни одного чемпиона. Передвигаемся дальше, возвращаемся к легендам. И сразу Арамис. За ним Полудница. Темный Чародей. И снова Полудница. Гунлёд. Перри. Гунлёд. Ну, такое себе. Призывы, мягко говоря, не радуют. ГМчик. Ну что ж. Неплохо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Исадора. Да ты что? Да, неплохо. Герой, конечно, устарел. И уже не так устрашает, как раньше. Но вот на быстрой манне это уже новыми красками заиграют. Вот, но качать его чисто на быструю ману тоже не каждый себе может позволить.
Купидончик. Их уже столько нападало, что там точно четвертую эволюцию можно делать. Русалок можно солить. Вот такие вот получились у нас видео. И если у вас получается примерно такой же результат на призывах, или у вас выходит гораздо лучше, вот, то оставляйте комментарии, пишите. А мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока.